Итак, на первой позиции команда России с безусловной оценкой, безусловно, высочайшей оценкой 34-15. А следом команда Узбекистана. Ой, нет, теперь вот как раз команда Белоруссии с оценкой 31-25. И на третьей позиции команда Узбекистана 29-15. Ну, завершает этот финал команда Израиля. Посмотрим, как они выступят. Да, надо подождать сборную команду Израиля. Они могут составить конкуренцию. Безусловно. Выкинула булаву с площадку гимнастка просто на танцевальных шагах. Такое тоже случается. И опять же замена предмета. Видимо, девочкам, не знаю, очень волнуются, может быть, сегодня. Хотя почему, непонятно. Уже опробовали свои упражнения, достаточно неплохо выступили в многоборе. То же самое и с мячами у них произошло. В самом начале тоже была потеря одна, потом вторая. И вот то же самое повторяется в этом упражнении. Все-таки удалось им собраться, да, после. Нет, вы знаете, еще две потери было, да. Но мелкие, булава падала просто рядом с гимнасткой на переброске, на сотрудничестве. Я насчитала три потери в этом упражнении. Это достаточно много, конечно. Плюс замена предмета, выход за площадку. Вот просто на мельнице выпала булава из руки у гимнастки. Это достаточно грубая ошибка. Никакого трудного элемента не выполняла девушка. Можно сказать, ничего такого не делала. Просто делала мельницу с булавами. Ну, бывают такие ситуации, бывают. Когда мистически ведет себя предмет, да? Да, бывают, конечно. Да, от этого-то и обидно, если ты рисковал, выполнял какой-то трудный элемент. Обидно тоже, но как-то ты можешь себя реабилитировать, что ты рискнул, попробовал какой-то трудный элемент, да, не получилось. А когда вот так, это вдвойне обидно, мне кажется. All the time I'm talking to you to keep the distance. You didn't see each other. And when you have to go with them. Камилия Дунавская на английском общается со своими воспитанницами. Want something? You have to. You need power to fight. And when we're talking about this during the training, and when I'm talking to you, you prefer to leave you alone to stop training.
Да, говорили во время тренировок об этом.